Если вдруг сейчас кто-то подошел, то вам здравствуйте. Со всеми остальными мы уже успели поздороваться. Что ж, очень классно приезжать в новые места, потому что можно познакомиться заново. Вы вот нас совсем не знаете. Я постепенно вам, наверное, что-то про нас расскажу по ходу дела. Мы с Левой довольно давно занимаемся жанром авторской песни, потому что наши родители много пели в этом жанре, много занимались и фестивалями, и концертами. Мы оба родились в Москве. Там есть такой, знаете, Московский городской поющий университет, его называли, МГПИ, институт тогда, конечно, педагогический, откуда Висбор, Якушева. Вот. Наверное, чтобы начать наш сегодняшний с вами разговор, я как раз их песню-то вам и спою для начала. И вы, конечно, можете подпевать, потому что, я думаю, здесь, в этом зале точно есть люди, которые знают эту песню. Тебя лавины в непредугаданный тот час. Снега со льдом наполовину лежат, как будто про запас. По чью-то душу, чью-то душу, но я клянусь, не по твою тебя и горе. Тебя и годы не убьют. Ты напиши мне, напиши мне, не поленись и напиши, какие новые вершины тебе видны с других вершин. И что поделывают зори твой сил. Как Домбай стоит в дозоре, подставив грудь косым дождям. А мне все чудится ночами тепло от твоего плеча. Вот четырьмя крестясь лучами горит в ночи твоя свеча. Дожди пролились. Ты грустный, бородатый, и говоришь, не осуди. Ах, пустяки, какое дело, я осужу, не осужу. Мне б только знать, что снегом белым еще покрыто Сафруджу. Мне б только знать, что смерть еще на свете горы, куда так просто убежать. Что есть еще на свете горы, куда так просто убежать? На самом деле, ой, можно немножечко вокал прибрать в мониторах, если можно? Его тут что-то очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Можно даже еще, наверное, я не знаю, поменялось ли что-нибудь. О, вот так. Спасибо. На самом деле, мы с Левой взяли такую интересную на себя функцию, как мне кажется, это очень интересная функция, знакомить публику со всякими неизвестными песнями или со всякими неизвестными именами. Сегодня я в программе, которая нас с вами ждет, постараюсь удержаться от совсем уж неизвестных песен, но такие тоже все равно будут. Наверное, есть такая смычка между классической авторской песней и современным жанром,
никто до конца не знает, где эти самые границы, но мне кажется, что творчество Сергея Никитина — это такая переходная грань между одним и другим. Поэтому сегодня будет несколько песен этого замечательного композитора. Давайте сразу вместе, возможно, споем одно из моих самых любимых стихотворений Юрия Левитанского на музыку Сергея Никитина. Песня про то, на самом деле она очень подходит, мне кажется, к фестивалю, потому что когда мы все с вами встречаемся, когда мы вглядываемся друг в друга и замедляемся, это очень важно. Всего и надо, что вглядеться, Боже мой. Всего и дело, что внимательно вглядеться. И не уйдешь, и никуда уже не деться. От этих глаз, от их внезапной глубины. Всего и надо, что вчитаться, Боже мой. Всего и дело, что помедлить над строкою, не пролистнуть нетерпеливою рукою, а задержаться, прочитать и перечесть. Мне жаль неузнанной до времени строки, но все ж строка, она со временем прочтется и перечтется много раз, и ей зачтется, и все, что было в ней, останется при ней. Но вот глаза, они уходят навсегда, как некий мир, который так и не открыли, как некий Рим, который так и не отрыли. И не отрыть уже, и в этом вся печаль. Но мне и вас немного жаль, мне жаль и вас за то, что суетно так жили, так спешили, что и не знаете, чего себя лишили, и не узнаете, и в этом вся печаль. Впрочем, я вам не судья, я жил, как все, в начале слова безраздельно мной владела, а дело после было дело, и в этом дело все, и в этом вся печаль. Мне тем и горек мой сегодняшний удел, покуда мнил себя судьей, в пророки метил, каких сокровищ под ногами не заметил, каких созвездий в небесах не разглядел. Всего и надо, что вглядеться, Боже мой. Всего и дело, что внимательно вглядеться, и не уйдешь, и никуда уже не деться. От этих глаз, от их внезапной глубины. Всего и надо, что вглядеться, Боже мой. Спасибо вам большое за это внимание. Оно прямо чувствуется здесь, несмотря на то, что вас не очень хорошо видно. Внимание чувствуется. Давайте сразу еще одну песню Сергея Никитина. Мне кажется, ну уж эту вы мне точно подпоете. Это стихотворение Геннадия Иванова.
для вас. Если даже кругом тишина, если кончились все слова и осталась печаль одна. Год пролетел, как сон, в поле метель улеглась, еле звенят в унисон, начинается снежный вальс. Я как снег в ладонях таю, я и первый, и последний в снежном вальсе улетаю по растаявшему снегу. Да-да-да-да, 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 да-да-да-да. И куда летишь, не знаешь, и зачем летишь со мною? Я ведь в небо улетаю над землею голубою. Не клади на плечи руки, не смотри, не улыбайся в этом вихре. Спасибо вам. И, наверное, я уже начала немножко про нас рассказывать. Я, наверное, продолжу сейчас. Будет немного другой блок песен. Он тоже зимний, тоже про снег. Там будет как только что. Но при этом довольно быстро, поскольку, вы понимаете, мы всю свою сознательную и даже бессознательную жизнь слушали песни классических авторов из жанра авторской песни, довольно быстро мы поняли, что это важное отношение к слову, такое внятное отношение к музыкальному тексту, оно во многом появилось еще и в советской эстраде, в советской песне. Поэтому такие песни мы тоже уважаем, ценим, любим. Сейчас будет некоторое количество, совсем немножко, песен, которые подарили нам великие певицы 20-го столетия, например, из репертуара Анны Герман, Эдиты Пьехи, даже Клавдии Шульженко сейчас будет песня. Давайте вот туда немного заглянем, потому что этот пласт культурный, мне кажется, он у нас с вами уникальный, и он тоже очень рядом на самом деле с бардовской песней по тому отношению к слушателю, по тому отношению к поэзии, которая у нас с вами культивируется. Так что вот, давайте, с чего мы начнем? Давайте с Клавдии Шульженко начнем. Сейчас будет песня на стихотворение Евгения Брейтингема, музыка Юрия Мейтоса. Эта песня написана по сюжету из рассказа Антона Павловича Чехова «Шуточка». Песня называется «На санках». Мы стоим на высокой горе. От наших ног и до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые красным сукном. Жорж и Катя забавлялись в час дика.
декабрьской поры. На санях они катались с ледяной большой горы. И когда летели косанки по снегу скребя, Жорж коварный тихо-тихо он шепнул ей тихо-тихо: «Катя, я люблю тебя». Катя страшно растерялась и не знала, как ей быть. Может, ей так показалось, мог ведь ветер пошутить. И ему сказала робко, вверх поднять не смея глаз: «Мне б хотелось с этой горки прокатиться еще раз». Поры. Стали вновь они спускаться с ледяной большой горы. И когда летели косанки вниз, момент настал. Жорж коварный тихо-тихо Катю чмок поцеловал. Катя снова растерялась, не могла никак понять. Может, ей так показалось, или ветер был опять. И ему сказала робко, вверх поднять не смея глаз: «Мне б хотелось с этой горки прокатиться еще раз». Песенку, я надеюсь, что мы вместе ее споем. Эта песня, она на самом деле появилась в Америке. Нам ее принесли, адаптировав текст, написав новый. В оригинале там на английском звучит что-то про Greenfields изначально. У нас же с вами она стала называться «Город детства». Текст Роберта Рождественского, а музыкальная адаптация Александра Флерковского. Где-то есть город тихий, как сон, пылью текучей по грудь занесен. Тихо, кассирша.
своей приходим мы туда. Что эта песня является замечательным переходом к следующей страничке. Я вам немножко рассказала, откуда мы такие появились, а потом мы росли, росли и выросли, и все еще любим авторскую песню, и даже передаем ее подрастающему поколению. Я очень долгое время работала в детском клубе московском, который называется «Парусник», а потом создала свою студию. Моя студия называется «Межгород», и там я работаю со студентами, в том числе мы поем авторскую песню, но не только. Поскольку, мне кажется, этот жанр очень-очень зыбкий по своим границам, ну, собственно, не только мне так кажется. Мы поем много современных авторов, но не только. В первый раз мы, наверное... Да, первая наша программа была по Вене Дыркину, например, если вам известен такой автор. Он где-то между всех жанров и вне каких-либо рамок, ну, собственно, как любой творческий большой человек, мне кажется. Но сейчас не об этом, сейчас о том, что я вам принесла некоторое количество детских песен. Мне кажется, это тоже прекрасный досуг фестивальный послушать и спеть таких... Каких? Ага, снова Сергей Никитин у меня для вас заготовлен. Эта песня прекрасна своей... Я даже не знаю, чем. Ну, здесь все замечательно, на мой вкус. От стихотворения «Юный морец» до каждой нотки этой замечательной мелодии и того образа, который песня создает. Песня называется «Сова Дуся». Я мудрая-премудрая, ах, я ужасно мудрая. Я мудрая-премудрая, полярная сова. И мама моя мудрая, ох, мудрая-премудрая. Она ужасно мудрая, полярная сова. Летаю я летатель. Скачу, скачу, скачу я кувыркательно. И бегаю скакательно. По звездам знаю путь. А жизнь так удивительна. Она гремит гремительно. Она звенит звенительно. Бим-бомкает чуть-чуть. Зрячая, летучая, скакачая, вовсю хвостом рулячая, по звездам знаю путь. И в море с ураганами, с полярными туманами, матросом с капитанами бим-бомкаю чуть-чуть. Летаю я летатель. Скачу, скачу, скачу я кувыркательно. И бегаю скакательно, по звездам знаю путь. А жизнь так удивительна. Она гремит гремительно, она звенит звенительно, бим-бомкает чуть-чуть. Я просто изумительна, ни с кем я не сравнительна. Смотри, как я хорошо.
храбрительно по звездам знаю путь. Но самое, но главное, какие песни славные, мечтательно, творительно, бим-бумкаю чуть-чуть. Летаю я летательно, скачу, скачу, скачу я кувыркательно, и бегаю скакательно по звездам. Гремит гремительно, она звенит звенительно, бим-бомкает чуть-чуть. На самом деле, как вы понимаете, за то время, которое у нас сейчас с вами есть, довольно сложно познакомить вас с тем, что мы успели полюбить и запомнить, и петь с удовольствием за довольно долгую уже творческую судьбу. Звучит как-то очень пафосно. Но я просто к тому, что сейчас мы будем перескакивать с темы на тему, еще одну детскую песенку, а потом пойдем куда-нибудь еще. Вот, например, мне кажется, чуть более известна, чем предыдущая, песня Юрия Устинова, которая называется «Кораблик». Ты куда бежишь, кораблик? Ты куда спешишь, кораблик? Водосточная канава не впадает в океан. До решетки водостока, вот и вся твоя дорога. Кто же был способен только на такой обман? Я на берегу утренний, где нет причала, чтобы песню новую начать сначала. К островам бежать зеленым и ветрам кричать соленым: эй, паруса мои крепки! Эй, паруса мои крепки! Я возьму тебя в ладошку на просохшую дорожку, прогуляю завтра школу, пусть от завуча влетит все неведомые страны, все моря и океаны. Пробежим с тобой за сутки, кто нам запретит. И на берегу утренний, где нет причала, мы придем, чтоб жизнь свою начать сначала. К островам бежать зеленым и ветром кричать соленым: эй, паруса мои крепки! Эй, паруса мои крепки! И, как это сказать, старшие товарищи, многие, выступающие на сцене, завещают петь вместе с залом. Мы сейчас с вами этим и займемся. Есть тоже такая очень легкая песня. Ее написал Анатолий Киреев. Вы, наверное, знаете песню «Подревний рассвет». Это, наверное, самая известная песня из его творчества. Но будет верно. Эта песня устроена интерактивно. В ней можно запомнить строчку, а можно даже не запоминать, потому что я вам ее спою, а ваша задача будет ее повторить. Мне кажется, эта песня прекрасна своей легкостью, что ли. Если вы вдруг знаете, где вторая доля, то тут можно ее щелкать. Все просто на свете.
глаза. Мальчик увидит море в синих ее глазах. Нет ни конца, ни края, и не достать до дна. Что его ждет, не знаю. Да и чего там знать? Спасибо вам большое, у вас отлично получилось. Это то самое место, где нужно нас всех с вами поздравить с этой встречей. Видите, никто не мог предположить, но вот мы точно не могли предположить, что возможна встреча в городе Назарово. А сегодня мы вот здесь. Это так удивительно, это так приятно. Спасибо вам, что вы помогаете. Подпеваете. Спасибо. Спасибо организаторам, что пригласили. Без них бы ничего не получилось. Да, нас бы здесь однозначно. Точно бы не было. Моя любимая песня. Замечательно. Она тоже детская, но нет. Вот это мое любимое сочетание. Песня Андрея Крючкова на стихи Марисы Каремы. Вы не представляете, насколько она жизненна для нас. Ну, впрочем, вы сейчас все поймете. Сейчас будет хулиганская песня. Представляем вам творчество. Ну, если вы знатоки жанра, то вы, конечно же, знаете Григория Донского. Вот его песня. Если вдруг не знаете, то я буду счастлива, если вы познакомитесь после того, как услышите. Песня тоже очень жизненная, как продолжение предыдущей темы. Как это называется целиком? Медитативные? Медитативные размышления. Философского характера о сущности денег. Не говори со мной о деньгах. Я не знаю, что это такое. Поговори со мной о покое, о счастье со мной поговори. Но ты говоришь, деньги, деньги, как будто бы я экономист, а я никакой не экономист.
самодеятельный артист. Я долго жил, о, я жил так долго, мои друзья, Пушкин, Толстой, а мне не в счет ли национального долга. Живешь ты, говорят, давай, плати за постой. А когда-то я был молодой молодец, вырос, стал подпольный певец, потом стал художественный творец, потом наступил. Даже если ты от корней рабочих с годами становишься как-то не очень, а в жизни, как в искусстве, должен быть нерв. Искусство выживания требует жертв. И вот я говорю: деньги, деньги, как будто бы я экономист, а я никакой не экономист, я самодеятельный артист. Станиславский, Жириновский, я огромно театральная наша семья. А если в бой идут одни кошельки, в театре ничего, кроме вешалки. Больно мне, больно поет артист. Человек звучит горько, даже экономист, а я никакой не экономист. Я самодеятельный артист. Знаешь ли ты, как работает драга? Так вот душу мою скребут мысли о том, что деньги, бумага, как же в нее превращается труд. Как это, что это нас побуждает? Как это, что это нас убеждает взять Банка России билет на поезд, которого нет? Я по одной песне не хулиганю. Как только один раз начнешь, потом сложно закончить. Сейчас будет песня, которая еще одного замечательного современного автора. Это аллюзия, ироническая аллюзия на песню о том, что мы все с вами привыкли слышать. Вы сейчас мысленно пропойте, пожалуйста, в голове текст «Милой моей», и мы с вами окунемся в творческий мир Ольги Чикиной, которая написала песню под названием «Металлика». Тюк-тюк мне тюкает по темечку, милая его, солнышко лесное. Четвертый раз он мне поет, я умру под эту песню, матерясь. А у него в кармане семечки, байдарка на спине и все такое. Его растрогал мой отлет, и он поет, и это мой последний час. Четвертый раз он мне поет, его растрогал мой отлет, и он ударит. А я все дальше отлетаю, подо мной его янтарная сосна. Сияет слезка, он живет, он так взволнованно лажает на гитаре. А я лежу и подыхаю, и разлука нашей встречи суждена. Прости, и металлику
самом деле эту песню надо петь к концу фестиваля, естественно, когда мы уже с вами напелись классического репертуара, и он слегка мог как бы слишком осесть на уши. Но все, в сторону хулиганства. Я больше так не буду, обещаю. Простите, все. Наверное, мы тогда возьмемся чуть ближе к классике, вернемся. И давайте пусть будет песня Владимира Ландсберга, которая называется «Рисунок». Я думаю, что и ее мы тоже можем петь вместе. Знаете, что эта песня, последняя песня Владимира Ландсберга, и в связке с ней мне хотелось бы спеть песню, которую авторы обычно посвящают ушедшим поэтам. Это песня Ксении Полтевой и Григория Донского. Thank you.
остывшим лесам память еще свежа, но скоро забудешь сам, чему ты принадлежал, в чьей ты родился музыке, чьим именем наречен, кто ты на их языке, тополь, осина, клен. Неважно, какая ты ветвь, неважно, каких корней, все ближе земная твердь, лети, приближайся к ней. Захочется узнать, что еще мы вообще на белом свете делаем, в том числе вот в моей студии, которая называется «Межгород», вы обязательно ищите нас в сети, ВКонтакте, в Ютубе, везде много разных всяких анонсов о том, что мы делаем. Мы вот недавно с ребятами, это я для облегчения создавшегося момента драматического рассказываю вам, мы недавно с ребятами, например, взяли и подурили на сцене, очень мне понравилось. Мы собрали программу по песням из мультфильма «Смешарики». Я вам сегодня об этом не буду петь. Но если вам вдруг захочется чего-то, не знаю, новогоднее смешного, новогоднее легкого, вы заходите и послушайте. У нас получилось, конечно, не все, концерты учебные, но, тем не менее, это то, чем сейчас я, по крайней мере, живу во время подготовки, во время работы. Еще один ушедший от нас автор с очень современным музыкальным языком — это Сергей Труханов. Давайте его песню я вам следующую спою. Стихотворение Ольги Родионовой «Китай». Достал большую книгу в тростниковом берегу.
переплете будет больно, дорогая. Выбирай себе любое. Хочешь спящего дракона, хочешь бабочку в полете. Это тонкое искусство, именуется любовью. Я его коснулась кожи, нежный, смуглый и горячий, точно мед в бокале чайном, разведенный с красным перцем. Будет больно, будет больно. Я не плачу, я не плачу. Я хочу такую птицу на груди, вот здесь, над сердцем. Колокольчик, голос ветра разбудил нас на рассвете алым, желтым и зеленым дуновением Китая. Было больно, 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 но прекрасней всех на свете на груди горела птица, никуда не улетая. Спасибо. Вот скажите, красоту человек творил. Давайте следующую песню тоже в память о Сергее Труханове споем. Мне кажется, что уж это мы точно... Острено. В создании той музыки, которую вы слышите, на самом деле принимают участие не два человека, которые на сцене, а три. Третьего человека вы, скорее всего, не видите. Он сидит за звукорежиссерским пультом в конце зала. Спасибо вам большое. С вами очень хорошо. Спасибо за старание. Спасибо, да. Тут очень здорово. Да, мысль моя в каком-то была месте. А, в том, что есть песня Сергея Труханова, с которой начался наш фестиваль этот. Он начался вчера вечером, когда мы собрались с небольшой компанией гостей. И спели песню, которую, мне кажется, постепенно входит в золотой фонд новой классики авторской песни. Это стихотворение, если я ничего не путаю, Ольги Нечаевой. Небесным сводом паучий город раскинул сети и ловит море. Вот над прибоем стоит пришелец, глядит на воду. В движениях неда, в зубах окурок, тоска во взоре. Хрестоматийно белеет парус, и ветер свищет, и мачта гнется, и как ей гнуться не надоело. Вздохни поглубже, шагни подальше, никто не сыщет. Будет биться вот здесь левее, пониже горла. В соленый влажный комок и будет сочиться алым.
не отпустит тебя, какая волна не стерла твой след на этих спокойных, серых, надежных скалах. Слети устало за сменой красок, игрою линий. Сядь поудобней и подбородок уткни в коленки и равнодушно смотри за море, туда, где синий, с лазурным цветом сходясь теряют свои оттенки. Хрестоматийно белеет парус, и ветер свищет. Хрестоматийно белеет парус, и ветер свищет. Дорогие организаторы, сколько у нас времени? Мы можем делать это буквально бесконечно. Еще одну. Хорошо. Бесконечно мы можем это делать, но не будем, естественно. И мы сейчас вам тогда для завершения сразу всего нашего блока с огромной благодарностью к вашему вниманию споем песню на стихотворение Бориса Рыжего и музыку Сергея Никитина, раз уж он сегодня красной нитью в этом блоке прозвучал. Голубое и белое.
Большое вам спасибо. Ксения Кузнецова. Лев Кузнецов. До встречи в рамках фестиваля. Мы вас пока еще не отпускаем. Спасибо большое вам за концерт. Спасибо вам.